Друзья, всем привет! Это компания ProTuning. На связи Мурат. Я очень рад приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Сегодня у нас необычный формат и непривычный для вас. У нас не тюнинг, не обзор автомобилей, к которым вы так все привыкли, а нечто другое. Сегодня День защитника Отечества, и мы пригласили к нам в гости Валерия Михайловича, человека военного, который проходил срочную службу в ракетных войсках еще при Советском Союзе. Мы покажем ему новые автомобили, узнаем его мнение о них, в принципе, поговорим про машины, про дороги, он расскажет нам какие-то интересные истории из его жизни. И самое главное, в конце этого ролика мы сделаем ему несколько подарков от нашей компании, поэтому оставайтесь с нами и приятного просмотра. Валерий Михайлович уже подъехал, поэтому давайте его встречать и знакомиться. Добрый день, Валерий Михайлович. Очень здравствуйте. Мы сейчас вам покажем автомобили, которые у нас есть сейчас в наличии. Хотели бы узнать ваше мнение о них и, в принципе, расскажем о некоторых фишках. Может, вы нам о чем-то тоже расскажете. Начнем мы, пожалуй, наверное, с одних из нашумевших за последнее время автомобилей. Это китайские автомобили. Может, слышали, да, о них что-то сейчас? На дорогах общего пользования их становится все больше и больше. Тоже хотели ваше мнение о них узнать, поэтому идемте посмотрим. У нас вот стоит автомобиль китайский. Это Zeekr 001. Один из самых, наверное, популярных на сегодняшний день. Хотели бы, чтобы вы в нем посидели и рассказали свои впечатления. У него автоматические двери. Вот сейчас вы прошли, и дверь не открылась, потому что видит, что препятствие. Вот, отходим, и дверь сама открывается. Такие вот инновации. Заходите, садитесь. Это китайский автомобиль Zeekr 001. Он электрический полностью. То есть стандартно, да, все привыкли к тому, что нужно машину заправлять, ездить. А это можно зарядить, как телефон из розетки, да, и все. Вот это, наверное, одно из главных, что нужно, скажем так, выделить в этой машине. Ну и, в принципе, вот эти вот функции, то, что дверь открывается самостоятельно, тут очень много функций у этого автомобиля. Вот, например, даже вот элементарный бардачок, открываются кнопки вот так вот. Тут очень много функций. Как вам, в принципе, салон? Ну, я скажу, как в самолете. Да, вот за это Zeekr любит, что, во-первых, дизайн очень крутой. Вот подсветка, да, которая тоже, кстати говоря, меняется. Вот, то есть мы заходим, и вот, видите, цвет меняется, подсветки контурные. Такая, скажем так, не особо важная фишка в машине, но при этом, учитывая весь дизайн, смотрится очень круто. Вот. Да. Как вы вообще, в принципе, относитесь к китайским машинам? Слышали что-то про них? Ну, вообще-то, народ, первые китайские были, конечно, не очень относились. Но сейчас я вижу, что да, это машина с большой буквы. А вот раньше, когда появлялись какие-то машины, вот сейчас, например, вокруг китайцев, китайских машин, очень много вопросов. Очень много вопросов у людей, да, они не понимают, стоит брать, не стоит. И к новому всегда относятся с непониманием. Как вот раньше, когда появлялась там, допустим, новая машина, как на это реагировали люди и как они, ну, покупали? Или покупали ли, в принципе, новый автомобиль? Ну, раньше. Раньше они дешевле были, тем машины, чем другие европейские, там, японские. Поэтому, несмотря ни на что, брали их. Хотя они там и ломались, там бы быстрее, выходили из строя. Но люди брали. А не было такого, что сначала все говорили, что, ну, мы не доверяем, мы не хотим, а потом все равно покупали эти машины? Ну, поначалу было, да, такое было. Но сейчас, я думаю, уже нету такого разговора. А какие вот, в принципе, машины на то вот время такие самые популярные были? Я даже названия не помню их, не китайских, не помню. А если не китайских, в принципе, из машин? А, в принципе, ну, Мерседес. Да. Вообще немецкие машины, они все очень... Ну, конечно, да. Все их ценили, да и сейчас ценят. Вот.
Ну, японские, конечно же. У нас, кстати говоря, здесь в салоне стоит немецкий автомобиль. Один из, наверное, самых последних крутых – это BMW. Пойдемте туда, я тоже вам его покажу. Если сравнивать, допустим, внешне китайские автомобили и те же самые немецкие, да, ну, что вам больше нравится, что вам больше откликается? Ну, BMW, конечно. Ну да. Покруче. Ну и не отстают далеко. Китайцы уже недалеко отстают. Учитывая, что вот те, кто, допустим, начали разрабатывать эти вот немецкие машины, они все переходят уже к китайцам. Да, да, да. И сейчас некоторые вот детали и внешние, они начинают становиться похожими. Да. Вот. Пошлите, вот машину открыли, посмотрим. Можете сесть. Не, ну вот если чисто на первый взгляд, вот на первое ощущение, вот в сравнении с китайским автомобилем, как вам? Конечно, да. Чувствуется какая-то разница, не знаю. Конечно, чувствуется. Тут все. Если сравнивать с теми же самыми китайцами, вот в плане функционала этой машины, да, в, допустим, Zikre очень много кнопок не вот таких вот, как здесь, да, можно там покрутить, понажимать, да. Угу. А там больше именно то, чтобы их было меньше, чтобы были сенсорные, да, что люди, скажем так, как будто бы из будущего, да. А здесь все, в принципе, стандартно, да. Тут очень много кнопок, да, многофункциональных здесь, но при этом есть экран, учитывая, что это одна из последних моделей. Здесь очень много функций на автомобиле. Вот, не знаю, наверное, один из самых комфортных автомобилей, поскольку здесь и массажи, и подогревы, и там охлаждение, климат-контроль. Ну, то есть, в принципе, отделка салона — это все на таком уровне, скажем так. А как раньше относились к BMW? Были ли они на дорогах вообще, в принципе? Хорошо относились, сейчас и хорошо. BMW это... У меня есть друзья, которые кроме BMW ничего не покупают, потому что это действительно машина. А раньше были какие-то сложности с тем, чтобы привезти машину, купить? Раньше привозили из-за границы. Или там, где... У меня парень на пароходе там ездил по всем странам и привез. Угу. Не знаю. То где. Есть сложностей никаких не было, да? Не было, привозили, да, привозили. А вот относительно цены, как позволяли ли себе люди их покупать, привозить? Ну, во-первых, привозили бэушные, а они, естественно, были по цене, более приемлемые по цене. Вот. Конечно, если новая, ну, по тем временам столько и не было денег. И получается, на этом они экономили, да, что брали? Да, на этом экономили. Все, Валерий Михайлович, пойдемте, я проведу вас в наш автосервис. Теперь хотели бы у вас просить ключи вашего автомобиля. Ну, вот это самый главный. Угу. А то от квартиры. Все остальное. Хорошо. Сейчас кое-что сделаем с вашей машиной. We'll be right back.
вот, собственно, наш бокс. Ремзона, да. На первый взгляд, да, ну, необычно, все привыкли к тому, что автосервисы – это какое-то место, где очень там много деталей, везде все грязно валяется. А у нас наши клиенты ценят только, ну, не только, а дополнительно тому, что у нас работает профессионал, еще и то, что у нас, в принципе, комфортно, чисто, то есть даже не скажешь что, на первый взгляд, что это автосервис. Вот. Да. А вот раньше, тогда еще, как у вас вот были эти вот моменты с сервисным, скажем так, обслуживанием автомобиля? Как это у вас происходило? Были ли какие-то трудности, может быть, с этим? Да, были трудности. Во-первых, очередь, не заедешь. Во-вторых, да, такой чистоты не везде было. Вот. Ну и... А вот что именно чаще всего обслуживали в машине? Вот, ну, что чаще всего ломалось, скажем так? Чаще всего, ну, ходовая. Угу. Вот, требовала часто обмена. Вот. А если вот сравнивать цены, допустим, да? Что, наверное, самое дорогое было и что малобюджетное, скажем так? Чему вы радовались? Вот, допустим, сломалось что-то, и вы радовались, что это сломалось именно это, потому что дешевое в обслуживании. Даже не могу сказать, как бы приблизительно. Ну что, стойки вон постоянно, постоянно, потому что дороги такие у нас не очень ровные. Вот. Стойки, да, все время за ними следили. Часто меняли. Вот. Ну, остальное, что там, больше особо нет. А вот если, опять же, сравнивать сейчас и вот раньше. Сейчас вот есть, допустим, автосервис, да, он там очень красивый, чистый, там много мастеров, да. Но также есть люди, которые до сих пор ремонтируют машины каким-то своим ходом, скажем так, да, в гараже где-то. И, скажем так, тратят сейчас много денег на это, поскольку один раз плохо отремонтировал, она будет дальше еще больше ломаться, будет больше денег вкладываться в нее. Как вот раньше? Люди ходили больше в сервисы к людям или не делали сами это все? Наверное, больше сами делали. Старались, потому что не хотели платить. Ну и действительно, что не всегда правильно делали. Вот, а на таких, вот как здесь, сервис, конечно, впечатляющий. Спасибо. Вот. Все быстро тут делается, все ребята молодцы, все знают, что куда чего открутить, прикрутить. А раньше, кстати, с этим были проблемы, да? А раньше проблемы были, да. Даже если где-то сервис был, вот я говорю, во-первых, очередь, заедешь, ой, у нас все занято, заедешь, а тебе надо сейчас. Не будешь это стоять, да? Да, да. Приезжай там послезавтра. Поехал искать другой сервис, там то же самое. Бывало так. Ну, с этим всегда были проблемы. Даже во времена там 80-х годы их вообще было, не было там. Даже Гулей там на Московской был один сервис, и тоже там очередь такая была. Всех невозможно как было обслужить. Заранее заказывали там себе места. А сейчас, сейчас лучше и лучше. Да, ты можешь позвонить, там, не знаю, приехать, и да, тебе позвонить. Вопрос решат прям моментально. Сейчас серверы все лучше, и их чуть больше становится. В принципе, и машин больше становится. Ну. А вот с деталями не было проблем тогда? С деталями? На машину, да. Ну, бывают. Вы нам, особенно иномарки. Бывает, нету той детали, которая нужна. Приходилось ждать. По полмесяца был, пока закажут, пока оно придет. Эта деталь.
именно там с какой-то страны, Японии, там, Германии. А вот, да, проблемы были. Валерий Михайлович, пока вашу машину готовят, мы с вами немного поговорим. А вообще, сегодня у нас особенный день. У нас сегодня 23 февраля, День защитника Отечества. Я вот в начале видео уже говорил, что вы служили в ракетных войсках. Сейчас хотели бы узнать уже про вашу службу. Про службу? Каково это быть защитником Отечества? Да, служба, она очень серьезная штука. Вот, я, например, служил военизированной пожарной охране. Угу. Вот. Ну, городок был там на 20 тысяч, 10 тысяч военных и 10 тысяч гражданских, которые помогали. Вот. И через день пожары, то в гражданке, то у нас в военном, в дивизии. Вот. Я когда пришел с армии, я за 40 лет ни одного пожара в Краснодаре не видел, только по телевизору. А там день через день, зима, не зима, очень такая работа там интенсивная. Все надо смотреть, чтобы машина работала, не подводила. Сколько вы лет служили? 2 года. А вы, получается, были водителем, правильно? Водителем пожарной машины. Угу. Даже у нас были соревнования. Там несколько было пожарных машин. Ну, соревнования были. Я даже выиграл, ну, со своим сержантом вдвоем. Подача воды. С речки там или с гидранта. А вот в плане, если сравнивать именно стиль вождения, вот сейчас, опять же, мы с вами вне камеры обсуждали этот момент, что, ну, разные люди, опять же, это все мы все понимаем, но вот в те времена, учитываем, что машин было меньше, да, но при этом люди вели себя, ну, так же или как-то более относились проще к каким-то моментам на дорогах? Нет, конечно, раньше, грубо говоря, профессионалов, то есть, которые работали, их было больше. А любителей было намного меньше, намного. А сейчас наоборот, любителей больше, а профессионалов меньше. Раньше знаков дорожного движения было в разы меньше. Да. И как люди обращали на них внимание? То есть было ли такое, что, ну, там, допустим, ты едешь, какой-то знак, допустим, 40, он на это не смотрит, ты просто продолжаешь движение с скоростью много выше? Так и было. Мы знали все знаки наизусть, потому что их было мало. Угу. Где стоят, на каких улицах. И ехали и 60, и 70 на этот знак. Вот. Особенно было время этих пешеходов. Угу. Пешеходы как бы должны идти, мы должны пропускать, а мы их не пропускали. Вот. Сперва мы проедем, потом пешеходы шли. Это вот изменения пошли уже в начале 2000-х годов. Угу. А раньше нет. А машины едут, пешеходы стоят, ждут, когда они проедут. Сейчас все наоборот. Сейчас машины останавливаются, пешеход пока не пройдет. Угу. Смотрите, у нас еще затрагивая тему дорог, мы нашли атласы и карты времен Советского Союза. И я помню, что даже я помню, что в детстве мы там, допустим, куда-то ездили там с мамой, с папой, мы ориентировались по вот таким вот печатным картам. То есть это сейчас в каждой машине есть навигатор, да? Если нет, его можно установить. Кстати говоря, у нас есть тюнинг-ателье по адресу улица Российская, 313, где вы можете выполнить абсолютно любые доработки. У нас абсолютно все, у нас все, что угодно можно делать с автомобилем, начиная там поменять цвет, там, салон, я вам это уже рассказывал, там, установить экраны, и то же самое и с навигаторами.
Вот, сейчас они есть в каждой машине, но раньше пользовались вот этим. Вот как у вас это происходило? Вы тоже пользовались картами, да, вот такими печатными? Да, вот такими. Вот. Вот такими картами едешь и смотришь, куда едешь. Угу. Название городов, там, поселков. Угу. И примерно знаешь, правильно ты едешь или нет. Только угу. такими пользовались. А, ну, это было... Ну, другого не было. Ну, это было, наверное, сложнее, да, в плане езды, там, допустим, ездишь в незнакомый город. Ну, и... я бы не сказал, что сложнее, просто раньше меньше машин было, и было угу. чуть попроще. Конечно, сейчас столько машин, ты в эту карту сейчас посмотришь, тебе сзади будут сигналить все. А раньше машин было меньше, едешь прямо на ходу, вот так посмотрел, ага, так... Такой-то городок там, а, правильно еду, проехал город, а, правильно еду по пути, и вот дороги тут все показаны. Mm. То есть не было, да, такой сложности? Особо не было, да. А потом, мы, когда ездишь часто, уже наизусть знаешь, куда, чего ехать. Ну, где, привыкаешь. Да, привыкаешь, где поворачивать, где не надо. Вот я же говорю, ну, все это из-за того, что мало машин. Было тогда. Ночью один ездил. Вот. Ни машин, ни людей. Едешь ночью, и никого. Что-нибудь случится там, и некого попросить, чтобы помогли с машиной там. И, да, телефонов, собственно, тоже не было. Как ни, с, ни, да, ни телефонов не позвонить было. Позвонить там, спросить кого-то, ну, что-то. Некуда. Да, приедешь в Москву, только оттуда можно там зайти специально. А у вас были какие-то вот истории, связанные с тем, что вы едете куда-то, да? У вас что-то произошло, и что делать, ну, вот в таких ситуациях? Были. Ну, редко, но были. Было Керченский пролив, я прошел, тогда еще нас перевозили. Выезжать с этого, у меня первой передачи нету, второй передачи замкнуло. Я на третьей выезжал. Вот выехал, а там было, где позвонить нашел. Позвонил своим, они говорят, вот тогда же Советский Союз был. Ну, такой-то адрес, туда заезжай, там тебе помогут, сделают. Скирчи. Я приехал, машину загнал, мне мужики быстро это сняли, все там переделали, мне сказали, иди гуляй. Вот. И потом, часа через два приходи, я пришел, они говорят, все, сделали, езжай. Я поехал дальше. Ну и сравнивая, да, что количество машин с каждым годом становится все больше и больше. Да. Вот, и для кого-то это, опять же, почему спросил, что плюс или нет, потому что машин становится больше, и дорог не хватает, и сейчас их не строят хватает. Везде, настраивают, да. Потом это... эти пробки, все дела. Еще строить и строить надо эти дороги. Ну, она сейчас строит вот на Крым, там вот ездил недавно, в Славянск, там столько вот по таких перешеек, очень много строят там. Ну, сказали, к концу года запустят. Я даже сразу не пойму, куда ехать, если там не будет разметки. Они, как раньше я ездил в Сочи. Простой Сочи, две дороги туда было. А сейчас я первый раз поехал после Олимпиады. И заблудился, потому что мосты там. Да, куча разных очень, объездов. Очень, да. Хотя там поработаешь, поездишь чуть-чуть и поймешь. Да. А с первого раза, конечно. Вот еще один вопрос от наших зрителей. Вот сейчас мы с вами сидим в нашем салоне. То есть любой человек, приходящий, может зайти там. Понравилась машина, купит и уехал. Uh-huh. Вот. Это сейчас тема достаточно популярна. Но вот раньше, допустим, вам захотелось какую-то машину, у вас есть на это, собственно, средства.
как нужно было действовать, ну, типа, кому обращаться, как купить, как процесс происходил, в принципе, по документам, даже если можете что-то рассказать нам. А раньше? В основном на рынке, автомобильном, чтобы... То есть примерно так же, да? Встретились, да, на рынке автомобильном. Понравилась машина, договорились о цене и все. И вперед. А в плане документов? Ну, документы сразу оформляли. Угу. Ехали в полицию, оформляли сразу. То есть сложностей никаких особо не было? Ну, особых не было. Быстро все делали, делалось все быстро. Талоны — это давно было. Это при Советском Союзе было. Ну вот. Но потом бензина по трассе вообще не было. В Краснодаре бочку 200 литров заправлю здесь. И на Москву пошел. До Москвы я с этой бочкой спокойно доезжал. А в Москве тоже полно бензина было. Опять эту бочку наберешь в Москве и назад на Краснодар. Также на Украину я ездил с бочкой полной. Иначе не... Или подъезжаешь там на заправку, а бензин есть, девушка? Она: бензина нету, а когда будет? Будет утром следующим. Вот такое было. Сейчас такого же нету. Сейчас. В завершение мы хотели бы вас поблагодарить, что выделили нам время. Нам было очень интересно с вами пообщаться, узнать некоторые моменты, связанные с автомобилями в те времена, времена СССР и позже. Хотели бы от всей компании еще раз поздравить вас с этим праздником. Всех наших зрителей, которые нас смотрят, хотим поздравить с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Наша компания решила сделать вам небольшие подарки. Сейчас ваша машина находится в нашем автосервисе. Мы кое-какие моменты добавили. Надеюсь, вас это как-то обрадует. Валерий Михайлович, еще раз спасибо вам большое, что уделили нам время. Поздравляем вас с 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Вашу машину немного обновили, надеюсь, это вас порадует. Мы сделали комплексную мойку, заменили масла. Вот. И у нас есть небольшой для вас презентик, совершенно... Тут сладкое, бутылочка игристого для вас и жены. Тут наш фирменный брелок к ключам, будет хорошо. Также здесь аромадиффузор для машины. Мы позже вам расскажем, как им пользоваться, он довольно-таки тоже интересный. Вот. Еще раз благодарим вас за уделенное время. Спасибо большое. Спасибо. Дорогие зрители, в завершении хотим сказать большое спасибо, что смотрели данный выпуск. С 23 февраля, с Днем Защитника Отечества. Ставьте лайки, пишите свои комментарии. Обязательно подписывайтесь на нас. Подписывайтесь на нас также в телеграм-канале. И до новых встреч. Thank you.